жидкости. Кто за нами эта женщина смотрит? Да я знаю. Что она хочет от нас? Опасные блогеры, думает. Когда я здесь снимал, такого не было. Ну я уже не первый раз в жизни такое встречаю. Уже была одна тетка в Гальяново, которая через окно наблюдала. Что-то нам с тобой не везет. Потом на обратном пути она чуть ли не самоуправством начала заниматься. Угу. Хотела полицию вызвать. В общем, оделаться еле-еле удалось. Женщина, сейчас посмотрим, просто... самому интересно. Да, бежим просто. Надоело им сторожить.